Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. У нас 15-й день, и мы забираем с тобой 9 миллионов древесины. Так, у нас сегодня было какое-то обновление на 300 мегабайт. Я не знаю, что они здесь добавили, в общем, будем смотреть. Воздух, вода. Ну, давай воздух. Бесплатно. Так, беззубик у меня полетел. Тут у нас яйцо созрело. Это у нас кто? Громобой, да, по-моему? Точно. Ну, мы его отпускаем, потому что громобои у нас есть. В достатке, даже так сказать. Так, смотрим, что у нас тут. Вот это я, пожалуй, заберу. Топорик, а остальное... Кстати, вот это вроде бы мне нужно. Да? Или я ошибаюсь? Не помню точно. Так, ладно. О, уроны еще... Не откатились даже, прикинь. А фурия дневная у меня прохлаждается. Пускай идет вон за Хакадаром. Пускай ищет его. Пока есть такая возможность. Бесплатно. Так, этих орлов давай тоже, наверное, с тобой отправим в приключение. Так, Громгильда что-то нам принесла. Давай посмотрим, что это будет. Наверное, руны. Угу. Сколько штук? 8, прекрасно. Так, отправляем ее дальше в путешествие. Пускай она там летает. Здесь у нас выпадают руны. Я даже не сомневался ни насколечко. Игра бесплатно. Так, Сарделька, ты у меня в помощнике. Бесплатно пойдешь. И Барсик. И Барсик у меня сейчас тоже куда-нибудь отправится. Имитация пожара. Все. Так, здесь у меня уровень получил. Шелкопряд. Вот это я понимаю, да? Одно непонятно. Почему у меня костолом просидел, а? Просто так. Просто просидел на месте. Так, здесь у меня уровень 72. 72. Кстати, это круто, что 72. Нам нужно 75. Здесь тоже забираем. Сейчас я посмотрю тут все внимательно. Сколько вас нужно кормить? Ё-моё, вот этого, наверное. Быстрее. Быстрее, да, но ресурсов-то нету. А тут только лишь древесина. Хотя чуть-чуть рыбы все равно не хватает. Ладно, давай тогда начнем открывать паки. Бесплатно. Смотрим, что нам здесь выпадет. Так, монеты Одина, это все понятно. И здесь у нас кревет, шипорез, громобой защитник. И ресурсы пошли. Но у нас еще есть с тобой один пак рекламный. Сейчас мы его будем открывать. Так, зеленую смерть отправляем дальше в путешествие. А мы с тобой откроем вот этот пак. Монеты Одина идут в копилочку. А в загадочном наборе у нас шторморез, лаварык, кревет и опять же ресурсы. Все. Ну что, как я и обещал, сегодня, друзья мои, мы будем с вами проходить вот это вот событие. Подготовка, дозор и погоня. И я надеюсь, мы его сможем все-таки пройти. Давай-ка посмотрим, что из себя представляет это событие. Оно коротенькое. Вы, боец в порядке, знаете? Нам Икинг охрану поручает, а мы на вас валим. Не, деваться вам некуда. Понятно. Некуда мне деваться, значит, да? Посмотрим, неужели здесь будет 6 волн? Нет, 2 волны, ребят. Отлично. Значит, это событие, скорее всего, мы пройдем за сегодня. Давай ударим. Кривоклык. И добиваем. Так, вторая волна. Так, Громели, да, здесь у нас? Блин, надо было вон того, наверное. Хотя, знаешь, что мы сделаем с тобой? Вот так. Пускай нам помогает. Нечего прохлаждаться, да? Так, а мы с тобой будем бомбить вот этого. Жучара.
Продолжаем. Кусаем. Интересно, что он будет делать? Да, я думал, добьет. Ну что, теперь этот малыш, да, у нас идет под разборку. Мы, естественно, вешаем на него слепоту. И теперь он полностью наш. Конечно, ага, губишки раскатил. Фаерболом захотел меня тут ушатать. Как бы не так, парень. Как бы не так. Ну что, сейчас мы его добьем. Этого огурца. На. Прекрасно, первая победа, и мы двигаемся дальше. Крутите колесо. Да ё-моё, опять древесина. У меня этой древесины уже я не знаю сколько. Дайте мне рыбу. Ну, 2,5 миллиона, это мало. Это очень мало. Так, забираем с тобой пак, и у нас очередной поединок, после которого мы получим 50 рун. Давай, 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 вперед. Интересно, что там у нас за боссик будет, а? Слушай, там 400 вымпелов дают за победу, за финальную. Так, а у нас водорез собственной персоной. Как всегда, начинает он с центра. Ну что же, наказываем его в ответку-то. Посмотри, вот он сходил, у меня даже кривоклык еще не успел сходить, он опять начинает ходить. С какого перепуга-то у тебя такая инициатива, а? Парнишка. Так, здесь еще не весело. Интересно, мы с тобой сможем дожить до заморозки? В принципе, нет. Не знаю, ребят, как-то тут все шатко-валко. Хотя все отлично. Так, давай замораживать. Наверное, начнем с тобой с чудовища, да? Нет, лучше шепота смерти. Так, теперь добьем вот этого барсика. Ать. Барсик, давай. Отлично. Так, ну а здесь, как всегда, по стандарту. Вешаем слепоту и продолжаем его ушатывать. Ну что ты, что ты, что ты, что ты? Ага, конечно. А если бы не было бы слепоты, я думаю, он бы тут очень хорошо бы нас поджарил. Все, друзья мои, забомбили мы его. Как всегда, крутим колесо с тобой, забираем. Опа, плод мудрости. Шикарно. А я уже думал, сейчас опять какую-нибудь древесину подкинут. Ну вот здесь, например, нам дали рыбу. Так, 50 рун в копилочку к нам летит. И следующая награда у нас будет 1000 тусклого янтаря. Так что вперед. Раз, два, три. Три поединка еще впереди у нас. Ну-ка, что у нас тут? Ого. 2 синих. 13 и 14 уровень. Ладно, давай попробуем. У них очень большая инициатива, ребята. Они постоянно ходят. Постоянно. Причем очень часто. Намного чаще, чем я. Тут 2 волны. Нормуль. Так, я одного сейчас ушатаю. Ух, погоди, а почему? Я, если честно, думал, что мы его сейчас уроем, но не вышло. Гипноз. Давай-ка мы вот так сделаем, наверное, с тобой. Так, кусанул, да? Сейчас опять что-нибудь чуданет. Так, он переключился на другую цель. Тогда мы с тобой хиляемся. Зачем я делаю хил, если это последняя волна? Я не понимаю. Могли бы его просто-напросто с тобой взять, замять и выкинуть. Куда попало. Так, последняя волна. Тут у нас, ё-моё. Надо ждать заморозку. Кого бы, давай, наверное, вот так сделаем с тобой. Дальше. Вот сюда укусим. Кого будет атаковать, понятно. А мы замораживаем. Ребята, замораживаем и будем, наверное, все-таки продавливать шепот смерти. А вот дальше я не знаю, может быть, вот этого гаврюшу. Давай, наверное, так и сделаем. Промять, конечно, не получится хорошенько, но бока мы ему помнем. Ну-ка, добивка. Так, этот очнулся. О, сейчас будет разбег, нет? Ну да. Он разбегается и оглушает мне барсика, как ты видишь. Но это было последнее его оглушение, потому что дальше он будет просто действовать вслепую.
А мы его будем, ребят, очень хорошо в этот момент разбирать. Смотри, как отлично разбирается. И добивка. Ну что, двигаемся дальше. Крутим колесо и смотрим на награду. 8 миллионов рыбы. Хорошо, давай второй. Древесина, блин. Все, везение меня покинуло. Забираем с тобой 1000 тусклого янтаря. И у нас остается с тобой 2 последних поединка. Один проходящий и другой с боссом. Я, кстати, вот не посмотрел, сколько у нас в данный момент фруктов, да, и запас сил. Ну, проверим сейчас. 5 и 4. В принципе, этого должно хватить для босса. Ну что, приступим. Тут 2 волны, так что нам продержаться главное. Да ё-моё, вот он, гаденыш. Ты посмотри, что творит. Нам до заморозки как до Китая, да? Ладно, сейчас попробуем пережить вот эту атаку. А почему? Здоровски. Мне ребята не дали почему-то заморозку. Я вообще-то рассчитывал на ветрокрыло. Но мне сказали дудки тебе, парень. Ладно, хорошо, с этим разобрались. Уклонение, ну и слава богу. Можно, в принципе, их заморозить. Да, давай заморозим. И начнем, наверное, знаешь, с кого? Вот с этого. Добиваем. Ну все, пастиголов, ты попался. Сейчас мы будем тебя здесь мучить. Давай-ка, наверное, слепоту повесим, чтобы он не выпендривался здесь, да? Конечно. И добивка. Все, друзья. Ага, все, все уже. Молодец какой я. Вперед, батики, да? Бегу. Только с этого хламала начнем. Так, сейчас смотри, что. Наверное, вот так вот сделаем. Этот сейчас кого будет бомбить? Барсика, да? Теперь мы делаем с тобой заморозку. И наказываем пристеголового. Это раз. Блин, не хватает. Ладно, фиксим. Добиваем. И этого берем под контроль. Все, друзья мои. Наша стратегия практически всегда срабатывает. И потом у нас будет последний поединок. Это уже босс. Какой босс мы увидим с тобой после этого поединка? Все. Прекрасно. Крутим колесо. И выпадает нам 20 миллионов рыбы. Еще разок. И тут 30 миллионов... А, 36 миллионов древесины. Ну, а мы с тобой передвигаемся уже на последний заключительный бой. В дозоре и погоне. И кто же это у нас тут? Давай посмотрим. 2 волны, здесь чисто. Здесь никого нет, ребят, пока. Босс, видимо, будет уже на 2-й волне. Вот это вот мне не нравится, насколько он кусанул. Эй! Может, хватит так сильно бомбить-то, а? Возможно, мне придется сейчас хил делать. Не уверен, конечно, но, скорее всего, придется. Ну-ка, давай так сделаем. Кого он атаковать будет? Уклонение, ребят, сработало. Вот это хорошо. Угу. А ну-ка. По матрешкам, как говорится. Первый пошел. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, почему? Почему он начнулся? Ё-моё. Спать, спать, точнее, подыхать тебе пора. Так, здесь мы с тобой, наверное, хильнемся и вот так сделаем. Это еще не больно было. Так, залечим раны.
и добиваем. Все, ребят, смотрим, что за босс. Ёлки-палки. И его, главное, окружают эти тройные удары, да? Не лучшая командочка, кстати. Нам, возможно, с тобой даже придется здесь использовать заморозку. И очень часто. Главное, с боковыми вот с этими справиться. А дальше уже будет все на изи. Так, сюда бомбанем. И добиваем. Так, ну этого, как всегда, по стандарту мы берем в слепоту. И начинаем его разбирать. Блин, я с работы, ребята, пришел уставший, спать хочу, если честно. Сейчас, наверное, доиграем. Я на арену сегодня не пойду. Именно вот в этой серии. Мы с тобой как бы чисто тут испытание пройдем. А уже вечером, если что, я сыграю. Потому что уже не могу, аж башка кружится. Оу, зачем же я так сделал? Мне же нужно было слепоту вешать. Вот это я задумался, друзья. Ладно. Давайте так сделаем. Слепоту повесим. Погнали. Раз, два и заключительный удар. Вот так. Ну что, пойдем за наградой. И 4 миллиона рыбы. А тут 8 миллионов рыбы. Понятно. Забираем с тобой 400 вымпелов. Так, окей. Что у нас тут? Ага, пак. Давай посмотрим, что в нем. Что в нем хорошего может нам выпасть? Шторморез, пристеголов, костолом. И все. Ну тут что-то вообще, ребята, пожадничали они, по-моему, да? С этим делом. И тусклый янтарь. Ну так себе ивент, на самом деле. Я думал, будет что-нибудь... Ага, редкий пак. Чудовище. Так, костолом. Древоруб, водорез. Ага, костолом дикарь. И все. Да, редкий пак называется. Так, здесь у нас обмен. Давай-ка мы сделаем еще следующий. Вот так. Можно было, блин, два раза поставить. Ладно. А здесь у нас тусклый янтарь. Опять же, тусклый янтарь. Ага, 60 вымпелов. И все, да? Да, ребята, и получается, что все. Так, событий пока никаких нету. Я не знаю, ребята, но было обновление. Было обновление, я не знаю, что они добавили сюда. Может быть, они как бы на будущее. Так, мы с тобой должны кого-то прокачать и отправить на тренировку. Так, иди. Привет, ты-то как? Вот он обжора-то, а. Блин, у меня не хватает, ребята, рыбы для него. Конечно, хавать они сами не свои. Тут 19,5 миллионов нужно на одну кормежку. Даже не знаю, что и сказать тебе по этому поводу. Охо-хо. Ну что, здесь мы заберем. Ага, еще 50 вымпелов. Ну что, друзья мои, давайте тогда мы с вами будем, наверное, закругляться на этом. Подожди. Так, ты иди за рыбой. Так. Блин, ты древесину тут у нас. Остальные все с древесиной, да, получается? Ну да. Громобой ты тоже, да? Нет, ты рыбу. Все. Всех отправил, кого мог. Так что всем пока и до новых скорых видосиков. Удачи вам.